Здравствуйте, товарищи инженеры, меня зовут Федор, вы на канале Федисплей. Это игра Факторио с модами от Боба и Ангела. Что ж, мы продолжаем развивать нашу фабрику. Сегодня мне, как обычно, помогает Фиксик. Сегодня у нас 4 человека в наличии. ВВВ, Гамми, Владос и еще один. Это Алекс, он не успел подойти сюда, так как далеко заспавнился. В общем, у нас тут есть несколько проблемных моментов. Разработчики мода, конкретно Ангел, обновил минорную версию мода. Не знаю, за каким чертом, но там поменялись цепочки ресурсов, переработки некоторых ресурсов, и поменялись обработки водорослей. Добавилась новая, короче, вот эта штука, как она там называется? Новая ферма водорослей, следующий тир. Из-за этого получилось... такая проблема, что слетели рецепты вот здесь вот, и, соответственно, сейчас в этом месте мы не можем крафтить водоросли, и у нас не работает очистка. Соответственно, пошло очень большое пятно загрязнения. Сейчас поставлена задача фиксикам постараться оперативно здесь поменять с первого тира на второй фермы водоросли, чтобы очистка работала, иначе нас жуки просто съедят. Ну и следить за этим очень-очень внимательно. Здесь, соответственно, аналогичная история, тоже нужно будет наблюдать. Но тут во многих случаях работают рецепты, потому что либо ферма водорослей 2 была, либо очищалка старая стояла. Ну вот, как-то так. А на новой очищалке это, к сожалению, нифига не работает. Ну, потому что нужно заменить фермы водорослей. Это первый момент. И второй момент. Так, давайте я загрязнение отключу. Второй момент. У нас поменялись... У нас поменялись выходы ресурсов, если по ФНЕ посмотреть, вот здесь. Вот, и теперь, допустим, сапфирит, ну, вообще, вся линейка сапфирита дает другие ресурсы, чем было до этого. То же самое дживолит, потому что раньше, по-моему, здесь мы производили... Да, здесь было золото, сейчас золото производится вообще по другому рецепту. И тут сортировка кусков дживолита была... А сейчас дживолит по ФНЕ, если мы посмотрим, золото вообще не дает. Он дает алюминий. Вот, такие дела. Золото там накопилось. А нет, стопэ, вру. Там все нормально. Вот здесь вот. Вот здесь было золото у кусков рубита. А куски рубита нынче золото у нас... А, они дают, но они дают гораздо позже по технологиям. То есть золото у нас получается с сортировки кристаллов. А раньше оно было, например, вот здесь. Ну и, соответственно, пошло смещение по технологиям. И сейчас нужно будет поменять настройки все, настройки выключателя. Этим, собственно, я сейчас и займусь. Ну, а ребята будут заниматься спасением базы. Просто рутинно менять вот эти фермы с Т1 на Т2. Я надеюсь, у них это получится довольно быстро сделать, чтобы у нас проблем никаких не возникало. Так, а я давайте просто поеду сейчас. Сюдыть и... Ну, я не знаю, с чего начать тут с замены. Да, кстати, нужно будет новые метки поставить сюда. Потому что здесь тоже переработка немножко поменялась. Конкретно вот. Ну, сейчас я тут, наверное, метку новую поставлю. Пока что едем на сортировку. И будем шаг за шагом это все менять. А здесь у нас, опять же, по ФНЕ, если посмотреть... Серебро теперь можно делать через зеленый катализатор. То есть кремний мы делаем тут. Дальше никель, алюминиевая руда. Дальше цинковая руда. И серебро внезапно. А раньше оно было на третьем тире. Соответственно, я здесь могу расположить метку серебра. Поставить... как тут у нас было? Зеленая. Нет, не так. Зеленая. Серебр. И иконку серебра сюда. Ну, вот как-то так. Ну и там флюоритовая руда тоже делается. Но это уже к этому отношения не имеет. Остальные руды будут делаться сверху. То есть в этом плане здесь вот эта модульная структура, она очень хороша для того, чтобы спасать фабрику при вот таких вот внезапных
скажем так, обновлениях от мододелов. То есть сортировка была одна, дальше сортировка меняется, соответственно, здесь только часть ресурса, ну, ресурс некоторый будет новый, просто подвозиться в бак, и останется просто поменять настройки выключателей вот здесь. Хотя, с другой стороны, если бы у нас... Так. Что у меня тут поролоны стенки отваливаются. Если бы у нас производство шло... Так, где-то атака идет. Угу, вот уже налеты идут. Если бы производство шло через катализатор, там бы пришлось, конечно, немножко повозиться. Потому что там бы уже пошло смещение по ресурсам. Но, опять же, модульная структура позволила бы это все достаточно просто взять и починить. Так, какая-то сверху атака кислотная. Жуки начинают набегать активно. Тут фиксикам надо обратить на это внимание. Они... Так, а рецепт кто будет ставить? А, поставил уже, да? Слишком далеко. Но он где-то заменил. Вот это вот заработало уже. Здесь не работает, потому что... Потому что не знаю, почему не работает. Выход заполнен. За раз стала куча водорослей выходить просто из этого. Часть установок стоит. Ему надо руками их почистить. Но я думаю, разберется, когда здесь починит. Так, значит, здесь начинаем смотреть и потихонечку руками все это менять. У нас тут сортировка кусков джевалита, и понятное дело, что это все будет перенесено, но проверить все равно нужно. Джевалит у нас железо, медь, алюминий, цинк. Соответственно, настройки должны быть по железу, меди, алюминию, цинку. Поэтому здесь меняем железо, медь, алюминий, цинк. Это все остается как было, ровно то же самое, соответственно, это все работает. Здесь проверку сделали, идем к следующей. Тут у нас перерабатывается критиниум. Смотрим на критиниум. Медь, железо, свинец, алюминий. Смотрим. Медь, железо, свинец. А тут, видите, серебряная руда, а тут нифига не серебряная должна быть. Тут должен быть алюминий. И мы уже вот этот, вот, в этот момент должны поменять. Сменяем серебро, выбираем... Так. Где у нас? Блин, как алюминий выглядит? Он же желтым таким вроде был, да? А, вот. И указываем те же самые 20 тысяч, чтобы все у нас работало. То есть здесь, по сути, у нас особо много ничего не меняется. То есть как было, так и остается. Запрос тот же самый, ну и снабжение, понятное дело. Единственное, что здесь... Что тут? Серебряная руда останется. Я, в принципе, могу ее даже забрать с собой и скинуть потом в поезд. Поезд нужно перегнать. Дальше по дороге. Не убирает руду почему-то. Не знаю почему. Видимо, решил так оставить. Ну... И продует все равно эти рецепты. Они их, скорее всего, руками будут заменять. Вот Влада что-то я не вижу, куда он убежал. А, он поехал. Видимо, уже накрафтил в руках. Так. Оставляем метки. Здесь им задача поручена была. Да, тут нужно будет очищалки поставить. Я не помню, говорил или нет. Вначале очищалка здесь. Тут надо, может быть, даже метку добавить. Приоритетом иконка... Тут первая очищалка. Дальше... так, тут очищалка. Дальше зачистка плюс оборона здесь. Зачистка. Зачистка и оборона. Два. Дальше добавить метку. Ее, наверное, нужно перенести. Давайте я скопирую. Добавлю метку. Цифра 2, подтвердить. Зачистка и оборона, удаляем. Дальше добавить метку. Очищал. Что? Очищалка. Приоритет 3. Первая очищалка. Зачистка обороны, очищалка. И тут очищалка будет 4.
Вот, обороны здесь не надо. Ну, это такой порядок пускай будет. Хотя можно зачистку обороны было бы первой поставить, но... Думаю, так тоже сойдет, разберутся. Здесь, я не знаю, имеет ли смысл что-то вычищать, поставить модули грязи. Ну, все равно частично не работает. Почему тут не успевают? Или не хватает пропускной способности, или настолько медленно они выгружают. Ладно, бог с ним. Давайте третью чинить. Тут лампочки у нас горят, здесь у нас сортировка рубита. Рубит у нас идет свинец, никель, алюминий, кварц. Свинец, никель, алюминий, и вместо золота ставим кварц. Так, кварц. Блин, как он выглядит? Я наверняка по нему уже прошелся, просто... Понятно. Кварц, ну что не так-то? Ну, алло. Я себя очень неловко сейчас чувствую. Как будто очень-очень тупой человек. Кварцевый тигель. А где, собственно, сам кварц? Куда он делся? Где мне прикажете его искать? Так, не то. Свинец, никель, алюминий, кварц. Что-то Влад тут шкерится. Ну смотрите, я тут никакого кварца не наблюдаю. Куда они его дели? Выпилили, что ли? Короче, я хрен его знает, что с кварцем, что не так и куда он делся. Что я его найти не могу. Так, и здесь, если посмотреть. Серьезно? Слушай, кто знает, что я делал не так? Кретинная руда, это понятно. А тут где кварц? Куда он делся? Железо, свинец, платина, кремний, серебро. Что-то такое ощущение, что у них какой-то косяк здесь. А если пойти обратным ходом и поставить, допустим, рубит? И поставить использование. Четыре. Почему там кварц написано? А здесь кремний. Вот смотрите, сейчас рубит делает свинец, никель, алюминий, кремний. Смотрю здесь. Свинец, никель, алюминий, кварц. Вопрос, кто дурак? Это то ли описание не поменялось, то ли что? Что здесь, ну... И на выходе... А на выходе кремний получается. Алло, что не так? Вот видите, косяк нашелся. Короче, кремниевая руда 20. Описание какое-то неправильное. Блин, ну это несерьезно. Но здесь кремниевая руда в любом случае есть. Ладно, давайте отсюда уходить. Пока не сгорело ничего. Так, а сортировки больше никакой не было. Здесь, в принципе, все работает. Промывка остается. Но промывку я бы все равно проверил лишний раз. На что она там моется. Куски дживолита, фиолетовые жиоды, сточные воды. Сточные воды... По-моему, здесь ничего не поменяли. Сточные воды просто утилизируются. Здесь... Промывка стиротита. Тут у нас идет желтый жиода.
Так, а в настройках выключателя? Тоже желтый-желтый. То есть здесь ничего не поменялось, можно оставить как есть. И, соответственно, когда они расставят новые цеха сортировки здесь, это еще раз дополнительно перепроверить. Ну ладно, тогда не так и много получилось здесь проверять по итогу. То есть, по сути, вот эту сортировку поменять. Но мы сейчас остались без серебра. И если нам, допустим, серебро нужно будет на какие-то фиговины, серебра у нас просто нет. Поэтому нужно делать оперативно сортировку где-нибудь. Ну, точнее, сортировку на то, что дает серебро. Только я уже боюсь тут смотреть, потому что там ошибки. Лучше здесь посмотреть. Серебряная руда. Крафт. А серебро делается из кусков стеротита. Сортировка. А сортировка стеротита, кстати, есть. И бомбоний. По-моему, есть. Сортировка стеротита. А, есть промывка, а сортировки нет. Тогда... Нет, сортировка есть. Вру. Я чуть-чуть до нее не дошел. Надо тогда до сюда сейчас добежать. А тут Влад уже ускакал. Я не знаю, что он там отжимает. Минус 2. А, он модули туда накидывает. ЛТН начинает спамить, потому что не хватает некоторых предметов. Так, теперь нужно посмотреть, что у нас здесь слева происходит. Уменьшилось ли загрязнение? Готово, Т2. Готово, говорит, Т2, очищалка-то не работает. Что он там делает? Топлива нет. Почему? Углекислый газ есть. А в чем проблема? Нет воды минеральной. Вопрос, почему нет минералки? Не работает. Потому что нет минералки. Почему нет минералки? Он тут либо не разобрался, либо, фиг его знает, не производится. Не хватает ингредиентов. Не хватает камня для минералки, а камень сюда не едет. Блин, что это за схемы такие? Почему они такие ненадежные? Жёлтый крот. У меня схема, которую я вначале первую самую делал, она же не зависела ни от каких камней, ни от чего. Она просто генерила отрасли и работала надежно. Здесь начинается какой-то подвоз камней, и ничего не работает. О, камни пошли. Я не знаю, тут либо... Либо он что-то напортачил. Почему здесь вот эта лента как страховка не работает? Надо вот здесь вот так... Ладно, пойду сейчас пофикшу за фиксиками. Куча проблем из-за того, что просто минорный апдейт поменял рецепт. Зачем это делать? Я, например, вообще не понимаю. Могли бы на мажорных апдейтах на каких-то это делать. А то так получается, понаделали и... Сиди разбирайся потом, тут что у тебя? Кобальт. Олово. Он чистить, что ли, решил? Через Фней, опять же, проверю. Куски стеротита у нас идут. Медь, железо, серебро, олово. Здесь должно быть. Ну и, соответственно, сейчас отсюда должно выходить. Медь, железо, серебро, олово. Так, медь, железо, олово, серебро. Это меняем. А, или это Влад тут добавил уже. Фиг его знает. Пуски стеротита. Ладно, это оставим как есть. Сейчас я поезд сюда переведу. И надо съездить налево на очищалке. Смотреть, что там происходит. Здесь до сих пор... Почему так-то? Целая куча камня, идет дробилка. И частично еще не работает, потому что выход забит.
Никогда такого не было, и вот опять. Сюда надо скинуть серебро, оно мне не нужно. Там руду все равно отсортируют. Так, и едем сюда. Фиксим за фиксиками. Так, ну что там? Что там с расстановкой цехов? Эти установлены. Мне, кстати, нужно будет еще... У меня задача была на сегодня. Я, видите, как застрял тут насчет того, что описание кривое получилось. Надо поставить станции, которые будут всякую многофазную нефть и газ. Вот этот вот. Хотя можно нефть и газ отсюда так-то закачивать. Две рядом. Ого. 6 тел. Блин. Ладно. Нет, тут перейти отходы на вправо сделан. Это починено. Здесь еще не работает. Все водоросли отсюда надо забрать сразу же. Я не знаю, они то ли перерабатываться не успевают, то ли... Почему так получается? Здесь не работает. До сюда не доходит у нас либо газ, либо вода. Что-то такое ощущение, что производство по воде перестало хватать, потому что поставили Т2 фермы, они, соответственно, расходуют, наверное, больше, ну, производительность выше. Из-за этого схема вся поехала по известному месту. Слишком далеко. Да, проще по всем пройтись. Не хватает. Не хватает минеральной воды. Нужно делать пересчет, смотреть, сколько происходит, ну, сколько здесь выработка идет. Я не знаю, кто эту схему проектировал. Но схема абсолютно ненадежная. Нельзя так схему делать. Так, где у нас разжижитель 2? Разжижалка как раз-таки делает воду, она просто не успевает фигачить. Тут надо ли модули добавить, или еще поставить разжижители этих. Разжижитель я сделать наверняка не смогу. Я даже не знаю, в каком категории находится, потому что не помню. Разжижители. С большой буквы. С мягким знаком. Разжижитель 1, разжижитель 2. Надо съездить на мол. Набрать этих разжижителей и навтыкать сюда, сделать багфикс. А то иначе мы не справляемся. Тут скорости погрузки не хватает. Надо сделать апгрейд. И вот это тоже нужно заапгрейдить. Сюда. Дальше красный флиртующий. Главное, чтобы меня еще поезд не задавил. Вот сейчас уже получше стало. Но я думаю, все равно одного, наверное, хватать не будет нифига. Что вода не скапливается. Надо еще один поставить, тогда наверняка будет хватать. Что сейчас, насколько я вижу... Нет, вода стала накапливаться. Ну и то хоть хорошо. 160. А здесь почему не работает? А, здесь как раз таки перебор по водорослям. А водоросли уходить не успевают. Увеличилась в два раза производительность. Нужно менять, короче, все конвейеры на красный. Блин. Вот как так, а? Это фиаско, братан. Что могу сказать? Хорошо, берем тогда блюпринт и начинаем все это чудесным образом менять.
Всю жизнь мечтал. Заниматься фиксом чужих схем. Так, тут обменено здесь. Будет смешно, если еще манипуляторы не успевать что-то там выгружать. А, все до кучи меняем. Раз уж пришел. Надеюсь, хоть какой-то толк от этого будет. Тут еще одна переработка, так понимаю. И у меня не осталось почти подземных конвейеров. Все, придется ехать. Очень шумно здесь. Понятно, короче, я думаю, нужно дать поручение фиксикам заменить ленты все на... либо на красный, либо я не знаю, каким образом тут еще дочинить. Что тут тупо не успевает отдачи идти. Рецепта нет, и по загрязнениям... Здесь, по крайней мере, очистка пошла уже. Так, заменить... Заменить ленты на красные, подтвердить. И я надеюсь, дроны будут успевать тут все это делать. И, возможно, нужно будет манипуляторы тоже, наверное, поменять. А то, может быть, не успевают. Хотя нет, вот здесь 46-44. Тут вроде успевают. Да, манипуляторы успевают, насколько я вижу. Не справляются с лентой. А, вот такой вот небольшой багфикс у нас произошел. Здесь. Ну, вот тут прям видно, что желтое, и все, оно просто не идет. Ящик будет ли забиваться или нет, я не знаю, надо посмотреть, сколько там осталось. Я им метку, конечно, дам сейчас, и водоросли зеленые надо скинуть. И наверняка водоросли не будут успевать перерабатываться, потому что на Т2 подняли. Тут, если что-то делать, надо, возможно, убирать, ну, точнее, одну линию. Одну линию менять, вторую линию оставлять, пока не трогать. Иначе по производительности схема в 2 раза увеличилась, а переработка нифига не увеличилась. 1000, 1000. Я не знаю, как тут дроны считают. Давайте посмотрим, что будет, если сделать вот так. Дронов у нас 54, и успеют или нет, неизвестно. 12, 15. Тут, кстати, возможно, подошел бы, может быть, мелкий сборочный автомат. Да, вот такие чудесные последствия у нас перехода на новую версию мода. И никого нет. Вначале просил всех вообще, все силы сосредоточить на том, чтобы здесь обновить. В итоге я один бегаю, обновляю. Ну, возможно, нет просто этих самых комбинатов водорослевых. Поэтому не успевают. Блин, ну это печально. Так, а здесь у нас что? Ну, вообще здесь точно такая же история. То есть сейчас печки коптят, дают грязь, при этом очищалки нифига не работают. Надо все-таки равномерно. Здесь одну линию, здесь одну линию, и тут одну линию. А так иначе не успеваю. Может быть, снять их? Не, если я их сниму, мне модули вернутся. Мне придется их сейчас собирать заново. 800. Не, смотрите-ка, дроны вроде успевают перетаскивать. Давайте, знаете, что сделаем? Я сейчас сам съезжу за красными лентами и произведу апгрейд красных лент. Потому что ребята стопудово не смотрят сюда. Ну, зачем? Едем на фабрику. Нижний... я вроде видел только что... А, Василий пошел сверху менять. Я не знаю, что он пытается тут заменить. Блин, ну будет смешно, если еще манипуляторы будут не успевать выгружать. Это прям вот... просто финиш будет. Ручной режим. Где у нас лента?
Уже синие появились? А, ну они еще в прошлый раз появились. Я возьму 150. Даже почти максимум возьму. 200 возьму подземных. Дальше погрузчики мне, наверное, не пригодятся. Ну, простые ленты у меня есть, и их и так можно будет заменить. Хотя можно и больше взять. Сейчас лишь бы нам серебра хватало. Где оно тут делается, я уж не помню. Окей, едем обратно. Я боюсь представить, что произошло на фабриках у людей, которые там, ну, одни играют. Если была такая же ситуация с обороной и что-то подобное, то там такая жопа могла произойти. Просто когда у вас отрубается вдруг внезапно вся очистка, тут придется тогда либо полностью вырубать всю фабрику, чтобы она не коптила, не работала. Ну, либо я не знаю, что делать. С другой стороны, если нифига... Если при этом... Так, уходим. Если при этом нифига не настроены выключатели и все прочее, мы тут... Сушите весла, как говорится. Но на капсул нет. Короче, провожу полностью и начинаем менять. Посмотрим, насколько это поможет. А ведь некоторым приходится на работе так работать. Им дают чужой код и говорят, пожалуйста. Пожалуйста, на. Держи. Сиди в оном как мудила. Смотри на это все, как это работает. Да черт его знает, как это работает. Это у меня вот такие вот ассоциации. Так, продолжаем апгрейдить тут. Я не знаю, он может быть сам уже заапгрейдил. Или это из него вылетает? Начали снизу здесь убивать. Так, 140 запуск. Ну, она точнее работает. Я так подмагну немножко. Скоро, правда, забьет мешок весь. Что-то как-то, по-моему, слишком они бодро работают. Так что, возможно, имеет смысл несколько очищалок просто тупо убрать. Не знаю, только получится их отсюда убрать безболезненно. У меня забилось место. Так, куда у нас? Убрать хотя бы там, где не вертится. Все, вроде заработал. Стопудово рейд поехал. Поменяли вот эти фермы и все. Рейды уехали, сейчас половина будет стоять. То есть бессмысленно было все менять. Ну кто знал, что он так работает. Здесь, по большому счету, наверное, имеет смысл снять первый ряд, перекрафтить их обратно. И поставить этот первый ряд куда-нибудь ниже. Что здесь прям очистка хорошо работает. Ну а снизу никто ничего не поставил, потому что ничего нет. По ферму. Теперь вопрос, если я сниму верхний ряд, что произойдет? Сломается или нет, когда очищал, если я разберу ферму водорослей 2?
Их, конечно, разбирать. Мне бы лучше эту задачу поручить кому-то другому. И сейчас я тогда после записи зайду к фиксикам, скажу, чтобы они сняли один ряд отсюда, перекрафтили его и поставили этот один ряд на очищалку ниш. Этого, скорее всего, будет хватать. Потом, позже, так как сейчас такие проблемы, потом позже можно будет уже с этим, может быть, как-то подразобраться и что-то придумать, потому что сейчас тут все плохо с этим, это мягко говоря. Так, и я хотел посмотреть, что и где у нас еще происходит. Тут ничего не работает. Загрязнение вниз. Не включать, не включать. Здесь. Где-то там порывались фиксики расставить сюда сортировщики. Но ни одного сортировщика я не наблюдаю. Куда они делись, я фиг его знает. А, нет, Гами бегает. Он, видимо, какие-то нижние расставляет. Сортировка обычного. Что он делает? А, ну да, все правильно. Сортировка, только тут надо значок ему поменять было. Но я ему тоже сейчас скажу, если меняется рецепт, то меняем знак, потому что тут иначе получается непонятно. И здесь вообще нужно, наверное, поменять вот так вот. Sort sub, sort gif. Это что у нас, стиротит? Стир, чтобы не путаться. И эти значки точно так же заменить. Стиротит здесь кретиниум. Меняем тебя. Подтвердить. Здесь рубит. Меняем на рубит. И здесь сортировка боба. Бомбониум. Все, сейчас тогда путаницы не будет, а то иначе не очень как-то хорошо получилось. Здесь это вроде как работает. Тут с сортировкой, я надеюсь. Так, я надеюсь, он тут значение нормально задаст. На что у нас там сортируется? Железо, медь, кварц, никель. Железо, медь. Никель, кварц. Надеюсь, правильно установлено здесь все. Так, ну и тут. А, он шлак отсортировал и сюда отвел. Знаете, почему вот это решение, оно нехорошее? Потому что если здесь ставить еще одну сортировку, сюда пойдет вторая лента. И что, вторую ленту здесь ниже городить вот так? Или где-то тут ее ставить? Поэтому такое решение, оно не самое удачное получается. Опять же, ну, раз он сделал, тогда, тогда, наверное, ему и переделывать потом. Здесь вот эту хрень лучше поставить на вот на этой, на вертикальной составляющей, дальше вниз ее направить. Если уж на то пошло, а не горизонтально, чтобы она никому не мешала. Что здесь в таком притыке не очень удобно будет. Ну и тут, соответственно, все то же самое. То есть сортировку сюда, эту вниз и в бок. Вот так вот. Я не знаю, сообразит он или нет. Что-то я нарисовал. Ладно, я на этом серию, наверное, буду заканчивать. Мне нужно сходить к фиксикам, провести небольшой брифинг насчет очищалок. Иначе мы можем тут все полимеры просто просрать. Я там частично, конечно, починил. Сейчас давайте еще раз посмотрим, что тут работает, что не работает. Ну, видите, забивает. Они встают просто, и толку от них никакого нет. Соответственно, один ряд нужно отсюда просто убрать. Один ряд убрать и поставить его сюда. Потому что здесь
силы очистки вроде как хватает. Что, тут дальше грязь не проходит. Прямо это даже видно. С учетом того, что здесь модули еще стоят. Так что я сейчас зайду, выдам поручение. Ну и в следующей серии мы уже начнем с того, что поручения все будут розданы. И в этом плане как-то, наверное, все получше пойдет. Ну и еще насчет нижних этих я тоже скажу, чтобы он переделал там, потому что то, как там разводка сделана, мне это не нравится. Тут, кстати, все готов, нужно сделать две технологии. Так, Влад, поставил бы сам. Тут, кстати, да, под конец уже только приходится говорить. Здесь развернут цех на производство каучука, чтобы этот каучук нам позволил производить модули, которые нам позволят по итогу делать вот эту сортировку номер 3. Потому что без сортировки номер 3 не сделать вот этот рецепт. Ну, зеленый. Я про это вроде говорил в прошлый раз, я уже не помню. То есть, когда мы используем вот эту сортировку для получения там всякого разного кремния, там никеля, алюминия, цинка, серебра, нам требуется либо третий, либо четвертый сортировочный завод. Ну а сортировочный завод номер 3 требует модули, которые мы сделать не можем. Потому что если здесь посмотреть, опять же, по тому же ФНЕЮ, сортировочный завод номер 3 у нас крафтится. Он требует блок электроники, блок электроники требует серебряный кабельный жгут, он требует жидкий каучук. В жидком каучуке вся проблема. Мы делаем его либо через биотехнологии, которые до этого исследовались. Но здесь проблема в том, что у нас нет для биотехнологии вот этих сэмплов. Их нужно тоже делать, там, огромную поляну. Этот рецепт, как мне говорят коллеги, лучше получается, чем вот этот рецепт. Здесь, потому что мало идет. Но пока у нас нифига нет, городить огромный огород вот из этого, ну, я совершенно не хочу. И поэтому я попросил сделать вот по этой схеме. Все лишнее в атмосферу нафиг скидывать, а получать просто на выходе чистый жидкий каучук. В типичной, в обычной колхозной схеме. Ну и он уже отправляется на производство этих, вот этих вот жгутов, а они идут на блок электроники. Вот задумка здесь примерно такая будет. Ладно, на этом точно все. Мы все это продолжим в следующей серии. Мне нужно отдать некие распоряжения фиксикам, чтобы немножко скоординировать наши действия. А то мы тут сейчас в болото скатимся просто. Все, всем до скорых встреч, всем покеда.